Парни, всем привет. Хочу дать небольшой апдейт. Значит, последний месяц мы занимались хозяйственной работой в гараже. Гараж был освежен немного. Вот расставлены все автомобили. Давно уже в таком виде и порядке я не видел этот гараж. Было проделано довольно-таки много работы. Спасибо моему тестю Диме. Если бы не он, я думаю, что я бы это не осилил. Работа завершена. Здесь не хватает 9 автомобилей, которые в течение нескольких месяцев здесь появятся. Понятно, что места для них нет. Уже в таком порядке. Поэтому будем решать или переезжать в новый гараж со временем, или делать второй ряд. Второй ряд я не хочу делать, потому что очень тяжело со второго ряда снимать автомобили. Ну как, не тяжело, а практически, когда они заезжают на второй ряд, то они там и остаются на второй этаж. То есть 9 автомобилей сюда, естественно, поместятся, но они будут все время загораживать выезд. Поэтому сейчас я решать эту проблему не собираюсь, но со временем буду думать, что делать. Вот. Вот такой вот небольшой обзорчик. На этой неделе поеду, закажу знак BMW. Может быть, Альпину, добавок M-Sport. АМГ. Посмотрим. В зависимости от того, сколько это все будет занимать по времени и какого размера я смогу себе заказать. Ну, детали потом. Все. Всем привет. Спасибо, что смотрите.